Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир. Забираем, так, мастер 2 звезды. Шикарно. И забираем нашу награду. Ух, 9000 сюрикенов. Доктор Роквелл, 45 ДНК. Шикарно. 90 золотых осколков и 65 платиновых. Ух, вот это хорошо, друзья мои. Вот это замечательно просто-напросто. Так, посмотрим, что нам здесь выпадет. Кто там? Ага, зэк. Ладушки тоже сгодится. Так, задания я все выполнил. Так что выполнять их нет смысла. Кстати, у нас с вами есть монеток. Причем 179 штук. Соответственно, мы с вами будем брать 3 ДНК на шинигами. Нормуль. Кстати, совсем немножко там осталось. Нам сколько? 21 монетку. И мы еще сразу купим с вами 3 ДНК. И будет 45. И шинигами у нас прапается в скором времени. И это хорошо на самом деле. Так, вы... Нет, нет, я не хочу ничего покупать. Деньги, друзья мои, я потратил доллары на откаты. Потому что, ну, я знал, что сегодня будет у нас обнуление недели. И мне нужно было вырваться вперед. Так, разыгрывается у нас на этой неделе, друзья мои, кожеголовый. И это замечательно. Кстати, надо посмотреть, сколько мне нужно ДНК для того, чтобы его прапать. Давай. Оу! Воу, воу, смотрите, смотрите, что у нас происходит, друзья мои. У нас доктор Роквелл получает 3-ю серебряную звезду. 2500 мутагена, конечно же, развиваем. Вау, вот это круто, вот это радостно. Так, у него появляется новая способность — психопузырь. Роквелл создает психопузырь, защищающий союзников. Улучшает защиту союзников на 50% в течение одного хода. Вероятность 25% ускорить заполнение шкалы фокуса союзников на 50%. Нифига себе, он бустует. Это он дает буст для наших союзников. То есть наши союзники будут быстрее атаковать. Это, кстати, очень круто. Нужно всего лишь 4 палочки, да? И мы сможем на вторую ступень прокачать. А дальше, я думаю, вероятность будет еще лучше, еще круче. Вау, вот это шикарно. И, кстати, мы сможем его теперь прокачивать дальше. Потому что выше 30 уровня я его не мог прапать. Кстати, давайте прапаем его в конце-то концов. Я думаю, что он заслужил. Давайте до 40 уровня, наверное, его прапаем. А то у меня слишком много 30-х. Теперь будут 40 уровни. Шикарно. Фу, но это еще не все. Вы видите прекрасно, что у нас здесь можно прапать Донателло Фильм, Кромсателя или Ксевьер Монтос и Джастин. Слушай, я думаю, что, наверное, многие из вас захотят, чтобы мы прапали Донателло Фильм или Ксевьера Монтоса. Ай, руки чешутся. Сколько нужно, ребята? 9000 у нас как раз хватает. Слушайте, ну, давайте, наверное, все-таки мы апнем Донателло Фильм. Да? Да, давайте мы это сделаем с вами. Ух, шикарно. Я знаю, что многим Донателло очень нравится, поэтому я так и сделал. Друзья мои, он получает 4 золотые звезды. Это круто на самом деле. У него очень хорошая массовая атака скоро появится. Но это когда мы с вами получим, соответственно, 5-ю звезду золотую. Так, а сколько у нас вообще ДНК на нем? Давайте-ка глянем, чтобы посмотреть, сколько нам нужно еще с вами пыхтеть для того, чтобы его прапать до 5-й золотой звезды. Подожди, а где он у нас? Вот он. Да, получается еще 78 ДНК. Много, много. Кстати, если бы мы подняли Ксевьера Монтоса, нам бы намного меньше пришлось бы искать. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Так, смотрите, у меня уже с каждым разом все больше и больше становится 40-х уровней. А раньше было очень много 30-х. Ух, ну что же, кожеголовый, да? Смотрите, у нас 16 ДНК есть, нужно 50. То есть, если мы с вами зарабатываем 45 ДНК, то мы его прапаем до 3-й серебряной звезды. Но для этого нужно еще, конечно же, дожить. Так, не забывайте, что у нас вот здесь еще осколки. Но я думаю, что этим я займусь за кадром. Ну а теперь мы рвем, конечно же, когти на нашу аренушку. Мы сегодня будем бустовать.
Так, поехали. Кстати, секундочку, друзья, еще хочу посмотреть, что за испытание у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, усиление технодрома, это же крэнк, родненький мой. Так, девичья сила и классическая бойня. Классическая бойня, ага, Шреддер крэнк. Надеюсь, мне здесь хороших бойцов дадут, давайте-ка глянем. Ну, почти, почти. Не хватает, конечно, кого-нибудь еще, да, например... Кто у нас тут? Майки, ну, например, Железную Голову, да, и Рокзара. Или Бакстера Стокмана. Но все равно спасибо хоть и на этом. Так, ну это все потом уже будет. А сейчас мы, конечно же, идем на арену и начинаем, друзья мои. Начинаем. Так, у нас Лига Воинов. Так, Степан, Серега и ПБББ, непонятно кто. Начнем с Сереги. Начнем именно с него. Так, Пит... Да, Бакстер Стокман и Нейтрализатор. Ну, а я выбираю своих вот этих вот ребятушечек. Да, 30 уровня. Ну, давай маленечко подеремся. Побомбимся, так сказать. Ну-ка, выстрел от Бибопчика. Сразу же упал. Так, Нейтрализатор тоже упал. И Пит, наверное, тоже падает. Все. Шикарно мы начали с вами. Я надеюсь, также и закончим. Сегодня постараюсь выиграть аренку без единого фейла. Вот такая у меня сегодня цель. Так, и мы сразу с вами перескакиваем на воин 2 звезды, 77-я позиция. Ну, вы сами понимаете, что это ни о чем не говорит. Нас потом также быстро сбросят. Йо, Лео и Хуи. Хуи. Ну, ладно, будем тогда брать, наверное, с вами... Да любого тут можно брать. В принципе, без разницы, что я тут рассусоливаю. Смотрю, кого-то выбираю. Абсолютно не имеет значения, потому что... Только начало. Только начало лишь, поэтому на кого-то акцент делать тут вообще не стоит. Все равно они все упадут. Значит, тут Раф фильм, да? Ага, ну давай попробуем вот так вот. Раф фильм упал, Бакстер Стокман, ну, наверное, выживет. Выживет, да. Теперь он падает, и у нас остается тут Бибопчик. Мы его тоже с вами сейчас быстренько расчехлим. Все. Победушка, изи, и мы продвигаемся дальше. Я думаю, что сейчас будет у нас трехзвездочный ранг, скорее всего, да? Так, проверим. Бустуем, значит, да. Воин 3 звезды, 91-я позиция, а мы продолжаем нашу бойню. Стоян, Асель и Тимати. Что это за Асели всякие, Стояны? Что это за никнеймы такие? Ладно, давайте начнем со Стояна. Стоян. У него 21 уровень здесь максимальный, а и 4 персонажа уже можно брать, да? Ну что же, погнали. Что-то не могу понять, у нас тут трое. Ага, Шинигами, она как невидимка, да, просочилась здесь. Бросаем бомбочку для затравочки. Посмотрим. Бамс, неплохо. Так, Пит, ты, наверное, мне добьешь. Сможешь добить или нет? Давай проверим. Муху добьешь? Нет, конечно же, не добьет. Ну, это сделает Шинигами. Шикарно. Так, Донателло нам тут тоже не нужен. Макман делает свой плевок несчастный. Так, тихо, тихо, не буяним, ребятули, не буяним. Так, Пит добивает Нейтрализатора. И Шинигами сможешь справиться? Не хватает маленько сил. Ну, в общем, Рафаэль делает всю работу. Всю самую сложную на добивание. Ну и двигаемся, конечно же, с вами дальше. Так, это мы все пропускаем. И в элиту. В элиту мы с вами перешли, 88-я позиция. Так, ну-ка, давай определимся. Пат, Сергей и Нонейм, да? Возьмем тогда мы с вами, наверное, Серегу. Ну да, почему бы нам его не взять. 26-й здесь уровень у нас максимальный. Для меня это вообще по барабану. Хотя, как сказать, уже приближается к моим 30-м уровням он. Ух, ну что же, поехали. Две черепашки оригинал, да, и две черепашки из космоса, отлично. Неплохая такая компания у нас тут. Пумс, ух ты, Кирби не упал. А если так? Да что ж такое-то? Кирби, ты что такой живучий, с каких пор? Давай сделаем, наверное, массовую атаку. Хотя она у меня не прокачана, но все-таки. Чтобы урон получили все. Надо... Ага, ага, ты понял, что он сделал? Он оскорбил меня, то есть он встал в провокацию. И смотрите, у них усиленная атака у всех. И у меня хиллер-то тут есть в этой компании? Нету никакого хиллера. А ну-ка, Тимми, ты тут нам не нужен. Так, меткость понизили.
Давай, Донни. И добивающий удар, да? Сможешь справиться, Раф? Нет, не смог. Зато этот Рафаэль, да, этот Рафаэль, конечно, злой. Так, Крис Брэдфорд, сейчас мы его накажем. Тихо, тихо, не надо. Надо было нам снять постепенный урон. Скорее всего, с Донателло, да? У него есть возможность с себя снимать вот эти негативы все. Так, ну я думаю, мы справимся, успеем все-таки его забомбить. Да, друзья мои, Рок среди упал, и поэтому мы с вами переходим на следующий этап. Этап в нашей ареночке. Так, глядим. Смотри-ка, мы не переходим в элиту. Две звезды, только лишь 7-й ранг. Ладно, поехали. Опять ноунейм, Серега и Пат. Слушай, опять та же самая пачка, что ли? Ха, опять то же самое, ладно. Ну, здесь уже, смотри-ка, 32-й левел. Вау. 32-й левел. И плюс золото. Не понял я, с какого перепуга вдруг они так бустанули. Роквелл, я тебя, наверное, пока брать не буду. Возьму сюда Острозуба. И вот так вот. Возьмем еще Бибопа. Для чего взял Бибопа? Или Бибопа? Не имеет значения. Для того, чтобы он хилял, если что, друзья мои. Ну а сейчас будем смотреть, как у нас тут закончится вся наша эпопея. Да ладно, массовая атака от Шреддера. Это жестко. Бросаем, короче, баллончик. Так, Кейси Джонс неплохо, неплохо он сделал. И теперь я беру провокацию на Лео. Провокация, уклонение, вообще шикарно. Ну-ка, ты посмотри, как. Не получилось. И, наверное, захиляться нам нужно с вами. Подхиляемся маленечко, все, фулл хп. Крип, естественно, тоже берет провокацию. Плюс еще замедлил моих двух юнитов. Юнитов, бойцов, ну вы поняли. Ну-ка, Крип упал. Ну, естественно, по Лео фиг попадешь, потому что у него уклонение, это причем довольно крутое. Практически как у Майки, даже хлеще. Так, Шреддер делает супер отхил. Мне нужно его как можно быстрее ушатать. Ну-ка попробуем вот так вот сделать. Шокером. Нет, не добили, а сейчас? Да что ты будешь делать-то, а? Слушай, он мне достал этот Шреддер-то. Вот, все, наказали. И теперь надо уничтожать Хана. Так, он мне понизил защиту. Ну смотрите, Лео до сих пор стоит в провокации. И это круто на самом деле. Постепенный урон повесили. Так, я думаю, что он, наверное, отдуплится, хотя мы его добьем. И у нас Майки здесь. Майки с уклонением, но я думаю, что уклонение его здесь не спасет. И вот эти вот танцы, выкрутанцы тоже его не спасут. Так, и добивающий, все. Ну слушай, уже какой-то долгий у нас такой затяжной сейчас был бой. Не так быстро все, как я думал. Но тем не менее, мы переходим с вами дальше. И в ранге, кстати, мы тоже с вами повышаемся. Элита уже две звезды. 48-я позиция, вот даже как. Смотрим. Шеннон, Димитриус и Эллен Витория. Эллен Витория, да? Ну, давай, наверное, возьмем с вами Димитруса. Ну, а почему бы и нет? 27-й, 28-й и 29-й уровень. То есть подходящий, в принципе, левел для меня. Берем Донателло. Возьму Рафаэля сюда. Возьму Джастин и Саблезуб, но это такая еще компания, подозрительная, если честно. Если только лишь через провокатора. А кто у меня провокатор-то? Вот. Возьму Донателло, и вот тогда уже можно будет взять Донателло и, скорее всего, Джастина. Я надеюсь, Джастин здесь не упадет у меня. Очень большой риск, но в данный момент у меня здесь есть хиллер. Это мой Донателло. Ролевой. Так, ну попробуем для начала, наверное, Бакстера. Хотя, подожди, нет, лучше. Лучше вот Криса Брэдфорда. По нему усиленная атака будет. Ух ты, даже очень усиленная. Так, Кунай бросает Карайка. У них инициатива большая, да, я так понял. Ну, раз они первые ходят, то так оно и есть. Давай, наверное, мы возьмем с вами провокацию, так уж и быть, на Донателло. Ух, добьем. Добьем с вами Криса Брэдфорда. Опа, и не вышло ни шиша. Тогда массовая атака. Упс, неплохо. Джастин, давай тоже массовую атаку. Так, замечательно, да? Краечка, скорее всего, отдуплится.
Тихо, тихо, нам бы лишь бы самим тут не отдуплиться. Давай, наверное, мы с вами накажем. Так, Карайка, наверное, от постепенного урона погибнет. Донателло пока еще потерпит. Шреддера. Надо наказать Шреддера нам. И теперь желательно бы, конечно, пробить Бакстера Стокмана, пока он тут не раздухарился. Опа. Так, успеем. Может, хильнуться нам? Давай-ка я захиляюсь на всякий случай, потому что мало ли что-то пойдет не так. Джастин, добьешь? Н-н-н. Какой же ты ватный. Ты ватный из ватных. Донни, тихо-тихо-тихо. Донателло, успокойся. Получи. Фу, обошлось. Я опять же боялся за Джастина. Что Джастин, как я вам говорил, и Саблезуб, они очень ватные персонажи у меня. Я как бы по этому поводу очень сильно переживаю. Так, ну что, элита 3 звезды, 65-я позиция, и мы с вами продолжаем драки, поединки. Татьяна, кто там у нас? На-на-на. И Мануэль. Ну, я буду брать, конечно же, Таньку. Таньку будем брать. Уровень-то уже, смотри, какой, 34-й. То есть уже не забалуешь, да? Возьму-ка я сюда, наверное, Кренга. Возьму Макмана, Пиццелицева. Ну, придется так сделать. И... блин, Бакстер Стокман меня вот, честно сказать, здесь немножко смущает. Бакстер Стокман. Если у нас инициатива с вами будет круче, то мы быстрее распишем нашего врага, нашего оппонента. Но если мы сейчас немножко лопухнемся, Саблезуба здесь могут просто раскромсать буквально моментально. Так, ну что, делаем, наверное, с вами массовые атаки в первую очередь. По-моему, хила у него нет, сейчас посмотрим. Так, нет, у него Эйприл. Эйприл хиллер. Так, надеюсь, мы успеем бомбануть. Шикарненько, я тебе скажу. Очень шикарненько. Давай-ка, наверное, Мондагека мы уберем с поля боя. О, теперь. А, массовая атака от Макмана. Изи. Вот это называется быстрая каточка. Да? Даже не дали шанса, друзья мои. Ну что же, отлично. Я теперь, по крайней мере, спокоен, что у нас Джастин отыграл, да? Отыграл также и Саблезуб, и они не погибли, и все у нас хорошо. Так, ну а мы с вами идем дальше. Евгений, Ильян и Владимир. Покупкам у нас рулит Ильян, поэтому будем с ним и драться. Так, 40-й уровень, 41-й даже я вижу, это Кирби. Берем, вау, мутагеноид здесь тоже ватный. Возьмем тогда Супер Шреддера. Возьмем вот этих вот ребят. Ах ты, елки-палки, у меня еще... еще один 32-й уровень там застрял где-то позади. Хорошо, давай сделаем, наверное, вот так. Уберем Донателло. И возьмем 32-го уровня нашего Кейси Джонса. Надеюсь, я здесь не прогадал. Надеюсь. Провокация у меня есть, да? Массовая атака есть. Роквелл, если что, на буст у нас с вами есть. Так, контратака повесилась, да? Ой-ой-ой, смотри, как он начинает. У меня единственное, чего нету, это хила. Угу, хила у меня нету. Так, ну что, попробуем начать, наверное, с Кирби. Угу, Супер Шреддер как-то вот не особо хорошо бомбит, я смотрю. А ну-ка, давай-ка попробуем его все-таки добить. Так, нет, что-то не выходит. А, есть вот так вот, Супер Пузырь. Угу, защита дополнительная, вот это уже хорошо, вот это уже замечательно. Так. Ай-яй-яй, какой сильный Кирби. Не надо, не надо, не надо, оу. Ты понял, что он сделал? Он практически всем повесил контратаку, кроме Кирби. Ну, будем Кирби тогда мы с вами уничтожать. Хила у меня здесь нет. Да ладно, он еще защиту понижает мне. И атаку. Это не есть хорошо, друзья мои. Это вообще не есть хорошо. Да, Кирби, ты отдуплишься или нет? Ты достал уже тут, а? Нервирует он меня почему-то. Все, он упал. Так, Хан. Ой-ой-ой, тихо. Я боюсь, друзья, у нас не получится здесь с вами пройти. Ну как же так, а? Тьфу ты. Забомбили. Забомбил Крис Брэдфорд. О, сейчас, по-моему, тут полкоманды у меня упадет. Да почему ж так, видите, все, защиту сняли. Да, как говорится, понизили. И мы начали с вами здесь сыпаться. Все время я вот так вот, не знаю, недооцениваю ту ли команду вражескую, то ли еще что-нибудь. И начинаю вот фейлиться на этом деле. Да, по ходу дела эту битву мы с вами проиграем, наверное, даже полностью. Хотя надо сейчас попробовать вот так вот сделать. Отхил.
Отхил для всех делается, оказывается. Ё-моё, если бы я знал, я бы сразу применил бы. Да, пускай постепенный, но тем не менее. Он есть. Что за... такое, я не могу понять. Я не могу даже пробить. Лео, что, откуда ты взялся такой, а? Такой, нет. Не надо. Хотел, почти уничтожил мне Шреддера. Это, кстати, во всем виноват Крис Брэдфорд. Он тут начал бафать всех. Так, меткость понизили. Да куда ж ты бьешь-то? Я хотел Криса бомбануть. Сейчас в ответку сейчас получишь и будешь знать. Давай его уничтожим. В первую очередь. С Майки мы потом с тобой сможем разобраться, если доживем. Нет. Шреддер, к сожалению, супер Шреддер не дожил. Ай-яй-яй, как же мне это все не нравится, а? Как же мне это все не нравится. Да что ты будешь делать? У него что, прокачка, что ли, там опупенная идет или что? У него по скиллам, друзья мои. Просто по скиллам меня ведет. Так, ну что, добьем его. Упал. Остается только лишь... Да, доктор Роквелл у нас выжил. Вот это да, вот это меня тут расписали. Честно говоря, ну, Супер Шреддер... Ну, он не прокачанный, он ватный сам по себе. И, кстати, Рокстеди тоже как танк, ну нехти. Нехти, надо было мне кого-то брать пожирнее, поопытнее, посильнее. В общем, эта катка была полный слив. Поэтому давайте, друзья, исправляться. Исправляться, и у нас тут... Оу, а что это такое? Что это значит? То есть без разницы, да, кого брать? Хорошо, поехали. 37-й максимальный уровень. Я тогда, знаете, что сделаю? Я возьму вот этих. Так, у меня тут 32 уровень. Да, я вот, наверное, лопухнулся еще, конечно, когда взял себе туда 32 уровень. Немножко не надо было не так делать. Всех слабаков надо всегда ставить с крупными, с жирными, да, героями, чтобы мы могли здесь, как говорится, постоять друг за друга. Ну, а тут... Ничего хорошего у нас не вышло. Ладно, друзья мои, не будем об этом думать. Что сделано, то сделано. Давайте продолжать нашу эпопею. Так, Пит у нас упал. Давай, наверное, мы с тобой попробуем нейтрализатора бомбануть. Постепенный урон, это хорошо. Так, беремся за Донателло. Угу. Немножко не хватило нам добить. Сейчас будем это все дело исправлять. Так, защиту ставит. Я думаю, что она тебе не понадобится, парень. Так, Майки делает массовую атаку. Понижает нам силу атаки. Ну-ка, если слэш красавчик добьем, добили. И остается у нас Ванюша. Ванюшечка, пора тебе отдохнуть. Я просто в гневе. Вот когда я начинаю злиться, ребят, тогда у меня все получается хорошо. Сейчас мы его распишем. Даже никакая защита ему здесь не поможет. Пускай даже не надеется на это. У кромсателя очень слабый удар, конечно. Очень слабый удар. Вот слэш красавчик. Ну что же, двигаемся с вами далее. Сегодня куда нам надо дойти? Обычно у нас предел — это Лига Сёгунов 2 звезды. Обычно так. Но я что-то сомневаюсь, что здесь мы успеем до этого дела дойти. Хотя очень хочется. Так, у нас здесь Александр, Брэндон и Хургу. Ну, назовем его так. Я, наверное, начну... Давайте с Александра. Тут у него, я смотрю, 40-й уровень. У меня персонажей маловато становится. Так, берем Рафаэля, мутагеноида. Дальше я перехожу где-то к полтинничкам, да? Возьмем сюда Шархана, морозильную кошку и возьмем Тимми. Тимми сразу же встает у меня в провокацию. Я, кстати, ему пару уровней качнул. Сейчас он почти 60-й уровень имеет. Так, давай-ка начнем с массовых атак. Шархан бомбит. Так, защиту понизили мы некоторым юнитам, да? Встаем в провокацию. Правильно, Тимми. Дальше что? Дальше мы, наверное, делаем с вами ускорение нашей команды, чтобы быстрее, как говорится, мы ходили с вами. Так, надо муху нам уничтожить. Ага, все, он отхилял. Значит, можно ее пока не трогать. Уже бесполезно. Так, делаем массовую атаку. Бумс. Слабовато. Давай-ка Майки уберем отсюда. Так, теперь надо убрать нам кроликов. Все. Дальше этого парня. Угу. Не добили. А так, если... Молодцы, красавцы. Так, муха, ты как, упадешь? Нет? Нет, муха не падает.
плюется еще в ответ мне, смотри-ка. Шархан уложил. И давай попробуем. Нет, ну рок, кстати, не упадет здесь, понятно. А вот сейчас должен. Все, друзья, отлично. Отлично, мы тут сыграли, никого не потеряли, и слава богу, двигаемся дальше. У нас пока в данный момент один косяк за нами, да? Один почти полностью проигрышный бой был. Не один герой упал, а практически все, один только выжил. Так, ну что, самурай две звезды уже, да? И у нас Федя, Алексей и Бин. Ну-ка, давай-ка с тезкой подеремся. Алексеюшка. Тут у него какие? 43 уровень, блин. Немножко-немножко меня это пугает. В общем, мы берем с вами 45 уровней, да? И возьмем парочку, наверное, вообще имбовых. Это будет у меня Рокзарчик и Паукус. Рокзарчик встанет, если что, в провокацию. Паукус сделает массовую атаку. Ну, а дальше уже, надеюсь, мои герои все-таки смогут здесь выиграть. Так, начинаем с провокации, конечно же. Так, теперь массовая атака. Хиллер есть? Да, у него муха-хиллер была. Сразу мы ее уничтожили. Ваню тоже убрали отсюда. Угу, Бибопа убрали. И Донни тоже добили. Друзья, идеальная была победа. Причем довольно быстрая. Но самые быстрые победы — это когда Леонардо делает свою супер-вертушку. Да, вот это вот самая быстрая победа. И нет, не перешли. Я думал, в самурай 3 звезды мы сейчас сиганем. Но не тут-то было. Хорошо, давай тогда. Кого тут? Тут у нас Георгий. Тут у нас Хуи опять этот и Ильян. Ну, давай с Ильяна начнем. Так, 40... Какой там? 47 уровень, да? 47 уровень. Поехали тогда. Берем Кунаичи, Алапекс, Майки Фильм. Здесь же возьмем Армагона и, наверное, возьмем Донателло. Вот такая вот у нас будет командочка. Попробуем, что у нас из этого получится. Ну, в принципе, если Армагон сейчас сделает свой ход, наверное, эти ребята все упадут. Если кто выживет, добить там нет проблем. Так, Алапекс, ты сможешь добить? Смог. Так, и Донни массовую атаку делает. Все, шикарно. Быстро, быстро мы здесь справились с ними. Ну, конечно же, благодаря нашему Армагону, который сделал массовую атаку. Причем сразу же. Так, двигаемся тогда далее и смотрим. Так, самурай 3 звезды, это понятно. 60-я позиция. Ну, в сёгуны в одно звездочное мы точно с вами перейдем. Так, Адам и Сергей. Выбор у нас. Ну, я начну, наверное, с Сереги. Так, Серега. 49-й уровень здесь уже. 49-й. То есть мы с вами на пределе. Раз, два, три. Раз, два, три. А дальше-то что? Раз, два, три. Можно взять Усаги, да? И можно взять Змейковьюна. Хотя здесь достаточно, наверное, и Усаги одного. Потому что он сейчас делает свою массовую атаку и... Пшу, они все упадут. Главное, чтобы он сделал ее. Ну, давай Усаги. Они все упадут сейчас. Смотри, что будет. Смотри. Чух, чух, он машет. Хыдыч. Вау. Донни выжил, но это ненадолго. Крутенько на самом деле. Очень даже хорошо. И вот теперь мы, наверное, с вами переместимся, да, я так понимаю. Ну-ка, покажи-ка мне, пожалуйста, переместимся или нет. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, друзья, мы до сих пор еще в самураях. Странно, очень странно это для меня. Так, Эдриан, Дэвис и Димка. Димка, ну-ка, давай мы посмотрим, что у тебя тут. Так, у меня Эйприл, вот этих вот берем. А у него 48-й уже уровень. Я возьму, наверное, сюда Зека и, ко всему прочему, я возьму, наверное, Ваньку. Ваньку-стиранка. То есть Зек сейчас бросит бомбочку, отнимет львиную долю здоровья у нашего противника. И остальные, в принципе, должны добить. А остальные это будет, наверное, Ванька-стиранка, да? Я думаю. Так, а, у нас еще Майки ходят. Ну, давай. Так, подожди-ка. А у Вани что, инициатива вообще никуда не годится? Он ходит вообще чуть ли не самый последний. Но, тем не менее, мы забомбили. Так, двигаемся дальше. И вот теперь мы точно с вами переходим в Лигу Сёгунов. Одна звезда, но это пока. Посмотрим, на какое место. 66-е. Так, еще у нас есть с вами Порох в Порховницах. Так, Татьяна, Джеймс и Лео. Давай начнем, наверное,
Татьяна. Почему бы и нет? Татьянушку будем с вами мурыжить. Так, тут 49-й, 51-й уровень. Берем, значит, вот так с вами делаем. И, ко всему прочему, я сюда возьму Лео. Сейчас просто сделаем с вами козырный ход. Супер вертушку от Лео, и все эти ребята будут просто валяться на земле и плакать. Смотри. Хыдич! Все, взгрустнули, всплакнули. Ну, а мы с вами по-быстренькому перебираемся дальше. Я хочу просто быстро перебраться в Сёгуны две звезды. Ну, какая позиция? Ага, еще, значит, один бой. А у меня как раз персонажей на два боя где-то. Джош, опять Хуи этот и Константин. Так, ну давай с него начнем. С этого Хуи. Ребят, это не мат, это его никнейм такой. Так, давай, наверное, мы возьмем так. Возьму сюда Железноголового и Бакстера Стокмана. Я думаю, этого будет достаточно. Этого будет достаточно. Так, ну что, приступаем к бомбежке. Карайка делает кунаями выстрел. Тихо-тихо-тихо-тихо. И Железноголовый, наверное, всех добивает. Кроме Донателло. Как всегда, Донателло выживает. Но это ненадолго. Все, друзья, мы сейчас с вами переходим в Лигу Сёгунов две звезды. И у нас еще один будет с вами бой, судя по всему, да? Ну-ка, точно ведь? Должно быть так. Угу, а позиция какая? 78-я. Так, это уже хорошо. Стефани, Анастасия и Юрка. Вот тогда возьмем с вами Юрку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот и все. Все персонажи у нас отыграны вровень. Да? Ну, что, давай приступим. Делаем вначале уклонение. Хотя можно было и без него обойтись. Тут все равно наша победа будет, как ни крути. Ага. Так, дальше мы, наверное, сделаем вот так вот. Неплохо. Крисик тут сделал нам подарочки. Так, встаем в провокацию. Ну и все, я думаю, сейчас будут один за другим тут падать. Так, морозильная кошка следующая, да? Дальше мы бомбим нейтрализатором. Ага, и, ну, давай добьем, наверное, Ванюшу. Так, этот что? Этот иммунитет, видишь? Зачем он тебе нужен, парень? Иммунитет больше тебе здесь не понадобится. Все-таки какая слабенькая, да, у нас змея-карай. И давай пробивным. Вот так вот. В общем, друзья мои, ну, смотрите, даже если бы мы не сфейлились, да, с вами в том бою, вряд ли мы перешли бы с вами в трехзвездочный сёгун. Может быть, где-то у нас была бы, я не знаю, позиция десятая. А может быть, и перешли, фиг его знает. Ну, мне кажется, вряд ли. В любом случае, сегодня неплохо поиграли. Я сейчас буду за кадром набивать вот эти вот осколки, они нам нужны. Потихоньку-потихоньку, но насобираем нужное количество. Завтра или послезавтра мы с вами пойдем на испытание. Будем проходить, не знаю, с чего начнем. Ну, девичью силу мы с вами обычно проходим полностью, да? Классическая бойня тоже. Но я думаю, что будет короткий эпизод, потому что, я не знаю, друзья, вы пишите в комментариях, будем ли мы проходить или начнем уже вот отсюда, с шестого эпизода, где у нас Шинигами и Кунаичи. В классической бойне можно также начать с эпизода 7 и 8, да, где у нас Шреддер и Крэнк. Хотя я не уверен, что мы с вами пройдем полностью эти эпизоды, ну и будем, конечно же, ждать усиления Технодрома. В общем, пишите свои пожелания мне в комментарии. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!